Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников ежегодного турнира среди учеников младших классов «Назаревская лыжня». В первенстве приняли участие более 60 ребят вторых, четвертых классов местной школы. Партийцы поздравили юных спортсменов с высокими результатами и вручили награды первым победителям. Как отметил депутат «Единорос» Павел Чумурлиев, интерес школьников к спорту активно поддерживают учителя физкультуры и тренеры спорткомплекса «Назаревский».